Преимущество получения государственных услуг в электронном виде. Это заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет. Предоставление заявления на бумажном носителе в этом случае не требуется. При подаче заявления в электронном виде гражданину достаточно будет прийти всего один раз для получения государственной услуги. Гражданин информируется о каждом этапе работы по его заявлению через личный кабинет. Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такие же юридические последствия, что и заявление, поданное лично. Для регистрации на портале госуслуги необходимо наличие следующих документов. Первое – это паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, номер сотового телефона, на который в последующем будет направлен пароль для входа в портал госуслуг, и адрес электронной почты. Наиболее популярные электронные услуги, оказываемые через портал госуслуги в данное время, это получение и замена загранпаспорта, запись на прием к врачу, регистрация автотранспортного средства, проверка задолженности иной вида задолженности. И при наличии задолженности ее можно также будет оплатить через портал госуслуги. Получение и замена водительского удостоверения, запись ребенка в детский сад.